Для учета тепловой энергии в системах отопления применяются теплосчетчики. Прежде всего, они различаются по способу измерения расхода. Самые популярные варианты – это ультразвуковой и тахометрический. В тахометрических счетчиках в корпус помещена крыльчатка, которая вращается под действием теплоносителя. В крыльчатку встроен двухполюсной магнит. В счетный механизм встроен датчик Холла. Он воспринимает изменения полюса магнита при вращении крыльчатки, и по этим данным прибор подсчитывает количество теплоносителя. В ультразвуковых счетчиках установлены преобразователи с отражателями. Метод основан на факте, что ультразвуковому сигналу, направленному против движения потока, для прохождения расстояния от излучателя до приемника требуется больше времени, чем сигналу, направленному по ходу движения. За счет этого вычисляется скорость теплоносителя, а затем и его объем.